Всем привет! Сегодня я делюсь с вами рецептом вкусного салата Мексика, который готовится за считанные минуты, потому что для его приготовления не нужно ничего варить. Недавно у меня в гостях была моя двоюродная сестра. Попробовав этот салат, она восхитилась его вкусом и сразу попросила у меня его рецепт. Для начала я выкладываю в салатник консервированную кукурузу. Затем я добавляю болгарский перец, а следом отправляю помидоры. Далее я выкладываю соленые огурцы. А затем добавляю копченую колбасу, порезанную соломкой. Высыпаю пучок измельченного зеленого лука, а далее выкладываю натертый на крупной терке твердый сыр. Добавляю черный молотый перец и соль по вкусу. Далее заправляю салат майонезом и подаю его к столу. На приготовление салата Мексика у меня ушло не более 10 минут. Такой салат прекрасно выручит, когда гости уже на пороге. Этот салат вполне можно внести в свое новогоднее меню, ведь благодаря большому содержанию овощей он не оставит тяжести на желудке в праздничную ночь. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видеоролики. Я желаю вам приятного аппетита и отличного настроения. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!